вас встреча на Киевском вокзале. Я приглашаю вас всех. Такие встречи будут происходить каждый месяц, каждое последнее воскресенье каждого месяца. Число мы не указываем. Ребят, вы сами открываете календарь и смотрите. Каждое последнее воскресенье каждого месяца мы рады увидеть вас на Киевском вокзале с 12 до 15 часов. Удобно и вам, и нам. Нам все-таки добираться из Чехова 1,5 часа, поэтому стараемся как-то подгадывать. Не всегда угадаешь пробки или что-то остальное. И еще, друзья, поверьте, нам нужна любая ваша помощь. Лекарства, стройматериалы, тряпки, старые шубы, одеяло, покрывало, подушки перьевые. Ни в коем случае, ребята, разрывают, и мы плаваем. Поэтому, мои хорошие, на ваше усмотрение. Сегодня 5-е сутки. 5-е сутки. Что, моя солнышко? Ну что, моя красавица? Что, моя девочка? Голос появился. Да, Маша? Она прям сегодня так четко уже буквально чуть-чуть назад сказала. Да, котик? Котя моя, котик. Ну что, мое солнышко? Не хочешь? А ротик уже не черный. Ротик уже хороший. Ребята, я не знаю. Ей сначала стало намного лучше. А сейчас возвращается. Значит, не хватает сил. Значит, что-то внутри. Основные симптомы инфекции мы убрали. И помоги нам Бог, и вы, друзья. Ребята, малышке становится хуже. К тому же сегодня у нее забился катетер. Малышка едет в стационар. Все, что могли, ребята, мы сделали. Носик очистили, гноя нет, ротик чистый. Но у нее что-то внутри. Необходимо сделать срочные анализы. Ребенок поедет в стационар. Ребята, мы сделали, что могли. Ребенок с нами продержался. Ну, сегодня 7-й день. Ребята, 7-й день. Видно, найдется кто-то, кто скажет, почему кошка до сих пор не в стационаре. Ребята, причина проста. У нас нет денег на стационар. У нас огромные долги перед клиникой. Клиника с горем пополам принимает у нас тяжелых животных переломанных. И сейчас мы уговорили, что все-таки нашу кошечку возьмут. Ребята, проблема одна. Простая, обычная, жизненная проблема. У нас нет денег на стационар. А животных, которые нуждаются в этой помощи, ребята, очень много. И не забывайте, что за спиной еще 2000, которых надо просто накормить и согреть. Это приют, ребята, огромный. А большая часть людей приходит к нам просто поставить лайки. Посмотрите сами. Вы видите, кто посылает помощь. Люди отписываются, люди желают. Посмотрите сами, друзья. Я вообще не представляю, как нам выжить дальше. Впереди тяжелая зима. Ребята, я не знаю, какие слова говорить, что говорить. Я все показываю, вы все видите. Всю нашу жизнь. Иногда на картинках это кажется, ой, как здорово, как хорошо. Как мне недавно одна женщина сказала, а вы знаете, мне у вас нравится, у вас все хорошо. Я пойду помогу другому приюту. Ребята, и такие высказывания я время от времени слышу постоянно. Ну что мне, довести животных до истощения? Показать грязь? И тогда только помощь пойдет.
А когда ребята чисто? Когда душу вкладываешь? Неужели это наказуемо? Наказуемо равнодушием. И вот такими эпитетами: у вас хорошо, мы пойдем поможем другим. Ребят, я не знаю, как на это реагировать. Не знаю. А ведь это животное очень тяжелое и нуждается в нашей защите, в нашей с вами. Ребят, в нашей с вами, люди. Пожалуйста, всмотритесь в эти глаза, в эти условия. И представьте себе, как тяжело этому зверю. Наш зонт, что он там крепится таким образом. Вот воротник, чтобы она не вырвалась из всю эту конструкцию. Чи-чи-чи-чи. Как-то так. Теперь мы кушаем. Мои хорошие, благодаря вам Кассандра в стационаре. И не только она. Ребят, спасибо. Я очень надеюсь, что мы сможем вытащить ребенка. Очень надеюсь. И простите за то, что я решила, что справлюсь сама. Мне очень горько сейчас, но я сделала, что могла. Мои хорошие, я благодарю вас за помощь, за этот шанс, который вы дали Кассандре. И уверена за те шансы, которые вы дадите следующим, кто попадет к нам с болью, страданий. Спасибо вам, люди. От всего сердца. От всей лохматой души, ребята. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что не отворачиваетесь и даже в такое трудное время продолжаете откликаться. Всем сердцем хочу повторить слова. Да не скудеет рука дающего. Да вернется к вам ваше благополучие, лавина счастья, добра, здоровья. Спасибо вам, родные мои, от всего сердца, всей лохматой душой. Спасибо.